Вариация на тему Хасана Аздемира «Настроение». Был холоден март, и зима бесконечна. Распятый молчал на березе скворечник, и черви заснули в прорытых ходах, предупреждая о холодах. Цветов не купили, возьмите газеты, сиреневым пламенем будьте одеты, передавая друг другу из рук полный счастливого смеха сундук. Вас не пустили в тепло, бедолаги, бедные боги, болтливые фляги, зимние ноги протянете вдруг, только приблизится юг. Каждый из вас и зерно, и планета, всем не хватает понятного света. Скоро к вам впущены будут леса в синих стремительных псах. Вспомнятся хохотом зимние страхи, в мае начнут ворковать вертопрахи, будто все знали секретно они в самые темные дни. Stimmung. Der Winter war kalt und noch schweigt der März. Auf dem Balkon Blumen, genährt von der Nachbarin. Träume. Der frühe Vogel sucht und findet nur düsteres Grau. Die Würmer tief noch im Loch, vielleicht wächst morgen ein Gedanke, wie Gras hinter den Häusern auf dem Ackerland. Plötzlich. Daniel da? Ich gehe am Abend durch den Park. Ich gehe am Abend durch den Park, rieche den starken Geruch der Nadeln, ich schaue mich um. Lauter Flochse, nur Flieder und Gras, keine Kiefern, kein Geißblatt. Der Geruch der Nadelbäume, der Geruch des Kiefernharzes, der Geruch der Tannennadeln wird stärker und stärker. Es wird unerträglich. Meine Kräfte verlassen mich. Ich fühle schneidende Schmerzen im Fuß. Die Flaschenscherbe ist in der Fußsohle stecken geblieben. Mein herausfließendes Blut riecht nach Tannennadeln. Вечером иду в парке, чувствую запах хвои, сильный запах. Осмотрелся кругом, только флоксы, сирени кусты и трава. Сосен нет, жимолость не растет, запах смолы сосновой пахнет сильнее и сильнее. Хвоей, еловой хвоей пахнет уже невозможно, и силы меня покидают. Чувствую резь в ноге, в ступне засел в бутылке осколок, и кровь моя, вытекая, пахнет еловой хвоей.